Могилы участников Великой Отечественной войны на Заельцовском кладбище навестили новосибирские общественники. Многие захоронения заброшены. Сколько ветеранов здесь похоронено, неизвестно. Волонтеры готовы ухаживать за могилами. Главное – найти и обозначить на карте все участки. Продолжит тему Владимир Киселев. Выцветшие фотографии и стертые надписи на табличках на Заельцовском кладбище можно увидеть часто. О том, что здесь похоронен участник Великой Отечественной войны, догадаться непросто. У нас практически кладбище достаточно старое, оно 40-х годов. И то есть основная масса захоронений именно проведены в те годы. И очень многие участвовали в войне. Просто работа по учету этих захоронений раньше не велась. Отдать дань уважения павшим солдатам решили общественники. Они убирают ветки, сухую листву и мусор на заброшенных могилах. На Заельцовском кладбище около 500 тысяч захоронений. Среди них огромное количество заброшенных могил ветеранов. Сколько их, точное количество пока неизвестно. Однако, по словам администрации кладбища, цифра исчисляется десятками тысяч. По словам общественников, работу по учету таких захоронений нужно выполнить как можно скорее. Каждой могилы присваивается кадастровый номер. Он занесен в кадастр. Причем деньги, насколько нам известно, выделялись порядка 30 миллионов вроде бы в прошлом году. Именно создание вот таких вот создание могил по кадастру, постановке могил на кадастр. Деньги на эти цели действительно выделяют, заявляют депутаты. Но подобный формат работы чиновникам в новинку. Отсюда и задержки. Деньги выделяются, денег достаточно. Просто необходимо отработать алгоритм действий для того, чтобы эта система работала регулярно. Поэтому надо, чтобы определенные начальники к этому пришли сами. По словам общественников, самое главное – занести все места захоронений в список. После этого участки закрепят за волонтерами. Они будут постоянно ухаживать за могилами. Владимир Киселев, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.